Клиентам БКР вернуть почти 6 миллионов тенге. Суд удовлетворил второй иск Комитета по защите прав потребителей к авиакомпании. Деньги перечислят 81 покупателю. Судебное заседание прошло по видеосвязи. Дело лишенной сертификата эксплуатанта авиакомпании рассматривают в Турксистском районе суде Алматы. 17 июня уже вышло решение, по которому в БКР обязаны вернуть клиентам полную стоимость билетов за отмененные рейсы. В общей сложности больше 54 миллионов тенге. В ближайшее время Фемида рассмотрит еще один иск о возмещении БКР стоимости билетов для 70 человек.